Просим посетителей зарегистрироваться. Здравствуйте. Меня зовут Аманда Рипли. Мне нужна помощь. Присядьте, пожалуйста. Вами скоро займутся. Ну и безмозглые же тут андроиды. Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Я бы не советовал. Прибор слежения. Похоже, самодельный. Вы потерялись? Нет, все в порядке. Посторонним вход сюда воспрещен.
уходить. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать в Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, Господи! Давай. Убедительно прошу вас вернуться. Я хитроумное устройство. Я вас найду. Я буду вынужден доложить Аполло. Где вы? Так я не смогу вам помочь. Меня вызывает Аполло. Отмена войска. Где вы? Так я не смогу вам помочь. Только зря потратил время компании. Узел связи Сиксон. Вход только для сотрудников. Какое зашло? Мои люди добрались до вас. Обещайте. Мы получили повреждения от взрыва. Отходим подальше от станции. Пока будем вести ремонт, связи не будет. Не знаю, как долго. Это Диана Верлен, капитан Торренса. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они должны забрать у вас бортовой самописец корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием! Капитан
Внешняя связь отключена системой АПОЛ. Выполнение исходящих вызовов в настоящий момент невозможно. Ну, приехали. Количество каналов для внутренней связи ограничено. Попробую связаться с кем-нибудь на станции.